Добрый день, дорогие друзья, уважаемые поклонники футбола. Мы рады вас приветствовать на поле Академии «Спартака» имени Федора Федоровича Черенкова. Первенство России по футболу 2024 года, UFL-2, нашему вниманию. И совсем скоро мы увидим матч с участием команд «Родина» и «Спартак». Звучит стартовый свисток. Что ж, поехали, игра началась на матч по причине красной карточки вышел сегодня Артем Пужалин. Атакует «Спартак». Опасный момент. И забивает гол красно-белый. Сейчас Захарчушкин сделал все идеально. Качнул соперника. Добился того, что у него появился простор для создания голевой ситуации. Удар в дальний угол. Много шансов Чушкину не нужно было. Он, по сути дела, воспользовался первым из них. 1-0. Вот так «Спартак» на «Родина» пока успешным. Вот в этой атаке обороняется. Правда, сама же ошиблась команда хозяев. И здесь будет еще один момент. Не самая удачная передача. Поскольку Александр Катасонов начинал сезон в команде UFL. 1. Начала искать свою игру, и победу тоже пришли, а сейчас едва не пришел второй гол к Захару Чушкину, который продолжает. Естрадов по правому флангу, он с мячом набирает скорость, будет пытаться заработать, возможно, угловой, а может быть и вот так выполнит передачу на Холкина в центр, и Артем пробивал. Это было очень опасно, и это было близко к голу. Хорошая атака, подключение Естратова. Удар опасно. Это очень хорошо было от Чушкина. По сути дела. Да, был гол у Чушкина. Было еще пару неплохих стандартов. И удар со штрафного исполнения Захара. Родина имела возможность сравнять счет после удара Артема Холкина в результате прохода Евстратова. Но в остальном... Альберт Банян с центра разыгрывает мяч на Лунева. И первая атака Родины вот начинается большим числом. Передача на правый фланг. Высоченко с мячом. И далее передача на правый фланг. Удар в ближний угол. Хорошая атака. Все в темп. Перевод на Пужалина. Опускает этот мяч вниз. И заброс на Глотова. Артем оказался на острие. Продавил соперника. Бьет. И вот Печиенко. Вот это сейв, это спасение. Это то, что не позволило сейчас Родине сравнять счет. Хотя Глотов был очень близок к этой цели. Продавил. Атакует у нас «Спартак». И здесь может быть хороший момент для Чушкина. Удары вдове. Спасает. Сложно здесь было. Глотов. И можно пробивать. Улучшает позицию для Лунева. И тот пробивает в свою очередь. Правым флангом атакует «Спартак». Передача. И здесь вдове. Почувствовать вкус этого соревнования. Такого соревнования, как UFL. Но сейчас атакует «Спартак». И еще один момент имеет Чушкин. Ну, а лучшим игроком, несмотря на поражение, я бы отметил, все равно и выделил Александра Естратова. Да, он не помешал Чушкину в эпизоде забитым голом, но дальше был активен.